себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и быльем поросло, и опять на душе светло. Но пройдет день и год, и настанет час, захлестнет, как волна, как беда. Закричит, позовет наша память нас, не уйти от нее. Любой театр – сложный организм, с интригами и соперничеством. Звездам завидуют, им необходимо обладать немалым умом и естественностью, чтобы избегать конфликтов. Отцу это удавалось. Можно было действительно думать так, что он Бог, и я никто. Но никогда он этого не показывал. Он пришел во время перерыва. Ну, допустим, так, что... Ой, извини, можешь ты мне показать свой клавир? Ну... Можно было думать, что он или свой где-нибудь оставил, или что-нибудь. Он открыл этот клавир и так вот мимоходом как будто показал, что вот это место ты могла бы проверить. Или еще раз смотреть. И безусловно, там были у меня или какие-то неточности, или просто ошибки. Но никогда не так, что он сказал при людях, что вот ты неправильно поешь, или у тебя не получается, или что-нибудь такое. Некоторые коллеги... жаловались как-то, то шутя директору, что почему у меня, хотя у меня высокие ноты звучат лучше, чем у Георга Отца, но зарплата половина меньше. А директор ответил, что ну, как-то Георг Отц поет половина публику больше в зале. Тебя жизнь, и хочу, чтобы лучше... Георг Отц был особен. Я никогда в жизни, никогда не вручал никому мужчине цветы. Это вообще так, если призадуматься, думаю, что это мужчина, мужчине цветы. Но здесь я не выдержал, пришел когда к нему на концерт, сел в первый ряд и вынес ему букет цветов. Конечно, очень большую роль сыграл фильм «Мистер Икс», а после Георга Карловича я сам «Мистера Икса» пел. Не стал просто. Дома попробовал. А я всегда, когда занимаюсь, я записываюсь на магнитофон, прослушиваю все время. Занимался, и потом думаю, нет, хорошая ария, но после Отца я ее петь не буду. Такой фильм получился во многом благодаря Отцу. Какая-то чистота, целомудренность какая-то. Романтика, любовь настоящая. Более удачно снятого фильма оперетты я не знаю. И это многие признают это. Великолепный совершенно певец. И очень хороший актер. И очаровательный человек совершенно. Ну и такой супермен по тому времени. Да и по нынешнему тоже. Настолько с ним просто, легко было. Не капризничал, упаси бог, никогда. Снимались иногда, он очень торопился в Таллин, потому что задерживали съемки, что он уже знает, что он уже может опоздать на поезд. Не было никогда какой-нибудь так, ну что такое там, почему меня задержат? Никогда. Он настолько был деликатен. Закричит, позовет.